Ловите советы от Карины Потаповой. Всем привет! Мы семья Потаповых. Мы, как и многие, сидим дома на самоизоляции. Но скучать нам некогда, ведь у нас есть маленький ребенок. И ежедневные игры нам обеспечены. Придумываем игры абсолютно из всего, что есть. Вот, например. На самом деле играет папа, а не ребенок. Постоянно залазит на кухонный гарнитур. Давай, покажи мастер-класс. Мама! Лезет вот так вот, открывает шкаф. А еще мы очень-очень вкусно кушаем. Каждый день что-то новенькое, вкусненькое. И вам советую.